Привет еще раз, мои куколки! Мы только что с вами закончили прямой эфир, и после этого я все-таки уговорила Винсента сделать один шортс. Шортс выставлен уже и на Инстаграме, и в ТикТоке поместила, и даже в Телеграм. И, в общем-то, меня там спрашивают, как же ты уговорила Винсента вообще переодеться. Ну, смотрите, в общем, этот сюжет, если кто-то не видел, да, и там будет дальше, как это вообще снималось. Ну, в общем, там, по-моему, около минуты. И сейчас я вам все расскажу. Окей. No. You're not dancing. I'm dancing and you like... Okay. Look like this, okay? What? That's it. Привет, моя куколочка! Какая ты молодец, Наташка, ты вообще умница. Как ты так все придумываешь? А Винсент бедный, хочешь, не хочешь, играй. Молодцы, ребят, ну просто здорово. А Винсент какой молодец. Несмотря на то, что ухо болит, все равно принимает участие. Класс. Ну вот, Винсент говорит, я сделаю с тобой шортс, только чтобы это не увлекало одежду, потому что не буду я переодеваться, у меня ухо болит, говорит, не буду. Я говорю, я сейчас тебе сделаю простую одежду. И пошла искать, чего у меня можно было проще вообще на него надеть. И надела это, значит, платье мешком, газетой, да, и, в общем-то, он говорил, ну все, теперь у меня будут одни бойфренды. И, в общем-то, я его так уговорила, я сказала, я тебе честно говорю, будет очень легко, не будет у тебя бойфрендов, потому что ты сделаешь, как бы, ну, что ты не хотел вообще быть в платье. А он забыл и начал танцевать. Я говорю, нет, танцевать не надо, сделай вид, что тебе это не нравится, это платье. Ну, в общем, я думаю, что получилось весело, и очень много комментариев, все обалдеют. Я, честно говоря, обалдею тоже. И вот этот вот ролик с кастрюлей, тоже, вот сейчас вот я, если кто не видел, сейчас поставлю. И этот ролик с кастрюлей я, конечно, тоже увидела на ТикТоке, там девчонка, в общем-то, у этой кастрюли. И я хочу вам сказать, это делается абсолютно нелегко, это делается очень тяжело для того, чтобы попасть так быстро в этот крик и вообще во все в это. Я делала это, наверное, раз 15-20. Винсент говорит, все, я не могу больше от этого крика. Ну, там, вначале этот крик, я уже постоянно повторялся. Thank you.
он ушел на улицу, говорит, все, я даже, говорит, не могу уже больше. Вот вроде кажется, меньше 10 секунд ролик, а делался он, я не знаю, ну, наверное, минут 25. Потому что я повторяла, повторяла и повторяла, чтобы попасть все в точности. В общем, вот так. А на самом деле очень интересно это все делать. И я полюбила шорты, я полюбила сторис, рилс, в общем, вот это вот все на соцсетях выставляю, в Телеграме девчонкам тоже ставлю, в Телеграме они вообще видят самые первые. То есть я сначала в Телеграм ставлю, смотрю на реакцию, а потом начинаю ставить уже в YouTube и в Инстаграм и везде. Так что подписывайтесь на меня в Инстаграм, в YouTube, в ТикТок, в Телеграм. Я под этим видео оставлю, в общем-то, все ссылки на все соцсети, где я есть. И мы сейчас переодеваемся с Винсентом, едем в Walmart, потому что нам нужно купить все-таки закрепление для велосипедов, чтобы мы могли ездить в парк, кататься на велосипеде. Так как у нас пришло то, что пришло с Амазона, не подошло. Поэтому мы сейчас повезем на Амазон то, что нам не... Ой, отправлять будем на Амазон обратно то, что нам не подошло. Ну и вы поедете с нами. Надеюсь, вам не скучно. Ой, ну что? Что-то у меня Винсент делает. Посмотрим. Ой, он у меня в какой куртке красивый. Ну-ка, ну-ка. О, Винсент! You're in such a beautiful jacket. Wow! You never put that jacket before. I haven't put it on for a long time. Oh. Let's make a little short video with you. Vincent is gonna say, yeah, I'm tired from your videos. I'm yeah. tired of your videos. Okay, yeah. One more little bit, okay, that's ну it. Вот, не успели в магазин съездить, я еще одно видео с ним сделала. Жалко, что музыку нельзя поставить, но я сама вам спою. О, Боже, какой мужчина, и я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка, и точка. Короче говоря, эту песню, этот ролик вы можете посмотреть в Инстаграме, вы можете посмотреть это в ТикТоке или в Телеграме. Так, идем. Сначала идем в UPS. Так, где у меня UPS? А, вот. Идем. Винсент, видите, вот стоит, меня ждет, из машины нельзя выходить, когда так паркуешься. Отправляем обратно. Чудище, юдище к нам не подошло. Так, коробочку отправили. Представляете, а вообще отправляешь на Amazon обратно все бесплатно. Но коробку мы как бы не склеили. То есть принесли, она говорит, ну вот раз вы не склеили, платите $2.13. Первый раз такое. Я обычно склеиваю, поэтому я даже не знала. Я думала, они сами склеят, и как бы все будет отлично. Оказывается, надо за это платить. Будем знать. Сейчас я еду в TJ Maxx сдать кое-что, то, что мне не подошло, и поедем в Walmart. Вы с нами по делам. Ой, забыла очки. I forgot my glasses. У меня столько дома очков, и я еду без очков. Ну, делали. Вот так буду сидеть, потому что солнце светит в глаз. Ой, а сегодня шортсов я сколько выпустила этих шортс. О, бой. О, Боже, какой мужчина. И я хочу от тебя сына. Поздно, девочки. Там кто-то писал, а в чем же дело? И правда. В следующей жизни я вам скажу. У меня будет 10 детей, и буду еще 11-го хотеть. Но не в этой, к сожалению. Ой, открываем. Закрываем. Взяла с собой, значит, ID, карточку. И идем сдавать целый мешок. Да, я же мерила в тот раз. А значит, льняную рубашку вот эту. Цветастую. Что там? Я уже не помню, что там сдавала. Брюки черные, синие. Все это я сдаю. Идем сразу же в очередь. Ой, как хорошо, никого нету. Ой, только бы не смотреть направо.
А я то побегу что-нибудь искать. Стоим. Сейчас меня вызовут. И мы с вами пойдем. Дяденька на меня смотрит, говорит, что это она селфи делает, в очереди стоит. Ну а что нам? Мы же блогеры. Как это мне написали? Каждый шаг продаем за деньги. Ну, как-то так. Number one, please. Hello. Hello, how are you? Good, thank you. I don't know, some of them in some of them on a receipt and some of them I don't know where it is. Maybe you can give me a credit store or whatever. No one just goes out of the way. This pen's probably not in your seat. Oh, not as yet. I'm wearing it up and then yeah, after yeah. Ring up, I have to give you a discount. Today's Monday and then I'll go down. Yeah. All right, 6387. You have your visa ending in 4698. I have no. I have a different 4698. No. 4698. That's the visa you used. 4698. I don't have that. We have 09. Oh, because it's. I don't know. It was gift card. No, it says a visa. Yeah, gift card. It was gift card. I mean, if oh, you so want. Oh, so via. Visa debit 0920. Yes, that one. Okay. Yeah. All right, ready? Yeah. And you can tap it. Just hold it in the center. Yeah, that's it. Yeah. And then go ahead. Yep, I was for me. It's over here, don't you? Uh-huh. All right. 6387 went back on the car. Okay, and then I need your driver's license. Yes, right here, please. Okay, it's gonna ask you to give me permission to scan your license. Yeah. Okay, you're all done. Get that back to you. Mm-hmm. Now you will have to show your ID when you go to use this. Cashier number two, okay. Please. 2661. Mm-hmm. All right, if you can go ahead and scan that for me, slide it. 29. I need you to sign right there for me. Okay. All right, and this is what's on your merchandise trip. All right, thank you so thank much. Thank you. Так, выходим. Ну, вот так вот возвращаются вещи. Три вещи у меня было на чеке, а одна вещь у меня была давно куплена. Висела, значит, с ценником, но так я ее не надела. Вот тоже на то, что не было в этом в чеке, она мне дала Credit Store. Вот эта вот карточка, которую я вам показала, да? Вот это сейчас покажу. Еще раз покажу. Вот эта вот карточка, видите, TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods. То есть я могу по этой карточке купить вот в одном из этих магазинов, да? А все остальное мне обратно на карточку положили. А это мой мужичок. О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына! О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына! И я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. Okay. Все, у меня сегодня
Девочки, в машине свет ржут. Ой, куколка моя. Все, идем. Идем. Мы идем в Walmart, как я сказала. Найти, может быть, найдем мы крепление для велосипедов. Так, что-то мы не с той стороны идем в Walmart, вроде там. What, what, did you come to what? Neighborhood Walmart? Oh, this is the big one. А, big one? Окей. Ой, все сделали, коробки все отвезли. Идем, идем, идем. О, Vincent love Walmart. Yeah? You love it. Oh, sure. Он ненавидит Walmart. И не потому, что здесь там плохой товар. Он ненавидит, потому что здесь все время очереди и много народу. Но на самом деле сегодня это not case. То есть это не так. Walmart has everything that you ever wanted. It's not a case. По-моему, так надо говорить. Не not case. Потому что not case это сумасшедший. Not a case. Ой, мне кто-то написал, 20 лет живут в Америке, а английского не знают. Ну, что ж делать, девочки, как есть. Не знаю, значит, не знаю, что ж мне будут доказывать, что знаю, что ли. Come on, девочки, come on. Так, значит, здесь у нас отдел велосипедов. По-моему, все что угодно, но не закрепочки. Так, это для чего? What is that for? We have to read that. Так, модели мы смотрим для чего. No? No. How you think no? NX. No red okay. Circle. Oh my god, вот смотрите, видите, здесь все машины, модели. Вот Lexus, где он Lexus? Where I can't is, believe it. Where is the Lexus? Where is this? Lexus. А, вот Lexus. Так, see? Ничего не вижу. NX. А, вот. Видите, где NX, это моя машина, там нет красного кружка, значит, не подходит для NX. Maybe it's no one for NX. Maybe this one's. Вообще странно, конечно. И вот у каждого есть тут эти... Сейчас буду смотреть. Короче, девочки, do we have anything behind for even have that? Trailer hitch? No. We don't have a trailer hitch. Короче, мы потерпели фиаско. Are there фиаско? Нету, они не делают для машин, как у меня NX. Не знаю, где искать будем, но в Walmart нету. Нету, каждую мы проверили, вот каждая, видите, вот тут вот Lexus, и там, где красные точки, да, а NX везде нет точки. Бляха-муха. Винсент все стоит и не может поверить, что из стольки коробок ничего не подходит нашей машине. Это же ужас какой-то. Перечитывает и перечитывает и перечитывает. Короче, выходим из магазина не солоно хлебавши. Так что, блин, обидно. По пути мы заехали в Pet Supermarket. Я говорю, давай остановимся, посмотрим, может, у них там кто-нибудь есть, кого-нибудь погладить или подержать. Боже, давайте посмотрим, кто там есть у них. Какой-нибудь есть интересный мазурик. Вот тут вот птички. А тут кто у них? Кто у них тут есть? Это птички. Вас держать неинтересно. Это какой голубой, смотрите. Голубенький. Так. О, это что, говорящий, что ли? Ой, да ты мутенька. Винсент, let's buy one. He gonna talk to you. Oh, sure. Why not? Ой, смотрите. Hello. We just wanna see who you have here. Маленькая такая. You don't carry pheasants, do you? Hmm? You have a pheasant? Pheasant? That's what you wanted, no, right? Ferret. We do carry them. We've just been having like issues getting them in, issue with the... Oh, you don't right have now. Right now? No, not at the moment. Он такой голубой, смотрите. Is he talking? He yeah, can talk? He prefers to just yell right now. Hi. 1,000. Oh, what kind is that? He's a quicker parrot. Mm. What? Why are you so mad? Yes. What? Who you have? Who else you have beside this? And... So we have a Cherokee stand. Uh-huh. Here.
This is a chinchilla. Chinchilla, okay. Yep, I it's a chinchilla. We have a guinea pig in here. Okay. Oh, actually, we might not. No, I guess I'm not. He went home. And then we have a hamster and that one up yeah. there. Who is that? And then we have a cat right now as well. Ah. Наверное, хомяк, она сказала. He's probably like underneath, like ага. Да, это хомяки. А это шиншилла. Шиншиллы are a lot of work. They're great, but it's like having a newborn just constantly. Oh, really? They're really like delicate too. When you pick them up, you have to pick them up a certain way because if you grab them the wrong way, you can break their bones. Oh my god. They're really fragile. Шиншилла сказала такая деликатная, что если вы ее как-то поднимете не так, то вы можете сломать ей кости, настолько они нежные. Так, ну и рыбки здесь, рыбки. Пираний нет? Пираний тоже нет. Ничего интересного сегодня здесь нет. Ну какой красивый цвет, вы посмотрите. Картина на календарь называется, да? Смотрите, какая красота! Какая красота! Ой, вообще! Какие красивые! So, baby, you don't want no ferret, no frog, no parrot, no chinchilla? Oh, how come? О, боже, какой мужчина! Он не хочет шиншилла. Ой, у них кисонька есть. Кисечка. Я думала, думаю, что это сиамский котик с голубыми глазами. It's, he have a blue eyes. It's Siamese, I think. Yeah, it's Siamese, I think, no? Who is that? It's adoption center. Yep, let's go. Подождите, ну. Что это за кот-то хоть вообще? Нет, котов я вообще, я как бы не кошатник, поэтому кота не хочу. Винсент бегом убегает, только бы жена ничего не купила. Все, дорогие мои, давайте. До следующего видео.